Я рад вас приветствовать, уважаемые друзья. Вы находитесь на развлекательном канале NK. И мы продолжаем проходить Fable 2. У нас тут стемнело. Великолепные красоты расстилаются над нами. Ну давайте уже спрыгивать. Так вы понимаете, да, что мы находились на Сучковом острове. И до этого они страдали, вначале они страдали, люди, от безумного холода. Потом на их настигла жара. А теперь, видите, мы от жары их спасли, и начался ураган. Просто пошел сильный ливень. Ну что ж, послушаем. Дождь, чудесный дождь! Я снова спас остров! Все благодаря моему мудрому руководительству! Тебе удалось все сделать верно, и я хвалю тебя! Пусть новая возможность купить что-нибудь будет тебе наградой! Теперь мне надо проследить за сбором воды и убедиться, что все платят налог на дождь! Ну что за бред? Какой налог на дождь? Итак, жара на Сучковом острове. Благодаря тебе сильнейшая жара на Сучковом острове наконец закончилась. Озера вновь наполняются водой, поля зазеленеют, магазин модификаторов теперь пополнится новыми товарами. Ну хорошо, очки известности 750 мы получаем. Давайте посмотрим, что у нас там появилось из новых товаров. Отлично. Смотрите, смотрите, у нас что-то появилось, да? Ура! Появился какой-то... какая-то печать. Ну, известность наша прям так на глазах, как на дрожжах увеличивается. Так, здесь у нас косметолог. Ладно, давайте зайдем. Многие мои друзья от тебя... Из всех клиентов предпочитаю тебя. Да, ну спасибо. Видите, насколько мы сейчас уже стали знаменитыми, что даже... Все рады, делают нам скидки хорошие, потому что мы теперь, ну, можно так сказать, звезды. Эликсир Ароста, великан. У тебя отличный вкус. Не знаю, не очень я хочу его использовать. Так, у нас здесь есть лавка. Мы можем посмотреть. Ой-ой-ой, там собака что-то нашла. Обзор собственности, отлично. Окончательная цена 3385. Мы, конечно же, ее купим. Да. И теперь мы договоримся о цене. 20% наценки. В принципе, как всегда. Так, посмотрим, что можно купить здесь из простых предметов. Учебник извращенца. По-моему, у нас не было этих навыков. Поэтому я покупаю. Хоть за сокровищами книга 2, по-моему, была. А может быть, не было. Ладно, давайте купим. Удобная смерть. Ближе-ближе, дорогуша. А руки, вот они. Ух ты, охота за сокровищами книга 3. Псы войны. Книга 3. Давайте все это скупим на всякий случай. Заходи в любое время. Потому что я, честно говоря, не помню. Так. Купить одежду. У него даже можно купить одежду. Нет, ну у него очень слабый выбор одежды. Поэтому давайте продадим, что нам уже не нужно будет. Юбка шлюхи нам понадобится, потому что я так помню, что, возможно, нам понадобится в одной из миссий с демоном-стражем. Так-так-так, шляпа лесного барда. Это все мы продаем. Я тоже надеюсь очень сильно, друг. Итак, там у нас пес нашел. Очень темно. Здесь безумно темно. Так, можно копать. От тебя у меня кровь к сердцу.
Кошелек 250 золотых. Замечательно. Сейчас мы постараемся, будем стараться скупать как можно больше недвижимости во всем туманном Альбионе. Насколько это у нас хватит золотых? В данный момент этот обзор, собственно, не принес ничего хорошего, потому что все очень дорого. Итак, сейчас у нас будут доступные, потому что вода поднялась, да, вы сами понимаете, и теперь я думаю, что будет доступные, помните, да? Да-да-да-да-да, должно быть так. Вот тот сундук, который мы никак не могли открыть, вернее, даже просто дойти. Сейчас мы это сможем сделать. Отлично, модификатор головорез. Вот эти все камни, нужно будет их обязательно испробовать. Открываем. Еще 100 золотых. Давайте зайдем сейчас в предметы. Эликсиры. Нет, не туда я зашел. Книги. Так. Это все дневники Люциана. С каждым месяцем все труднее представить себе возвращение к мирским обязанностям. Шепот шпиля тих, но уже звучит знакомо и успокаивающе. Прикасаясь рукой к стенам, которые только начинают обретать форму, я почти чувствую биение сердец тех, кто прошел этим путем до нас. Сегодня мир был нарушен небольшим бунтом. Пришлось жестоко подавить его. Иного выбора не было. Но я не держу зла на людей, выступивших против меня. Они не понимают. Со временем они поймут. Ну что ж, у нас появились огромная куча разных... Так, мы тут собаку можем обучить. Куча разных дневников. Смотрите, да, у нас теперь пес четырехзвездочный искатель сокровищ. Это что значит? Это значит то, что наша собака может искать еще больше запрятанных сокровищ в разных укромных местах Альбиона. Это очень полезная вещь. Теперь у нас пес еще четырехзвездочный боец, потому что мы накупили, да, мы обучаем его. Что-то у нас еще. А, ну все, в принципе, я так понимаю, что больше мы... Навыки, предметы. Книги. Посмотрите, сколько дневников. 12-я, 10-я страница. Мы это, конечно же, все прочтем. С ума сойти. Так, новое выражение. У нас появилось обольщение. Что-то там еще было. Тайна замка Фэрфакс. Отрыжка для чайников. Так, у нас еще выражение появилось — отрыжка. Это все очень важные вещи здесь. Потому что даже есть один из квестов. Наверное, вы уже смотрели эту серию. Для тех, кто не смотрел, там есть квест с демоном-стражем. Так, эликсиры, подарки. Блин, опять я все тут потерял. Книги. А руки, вот они. Кукольный театр. У нас новое выражение. Книги. Я думаю, вот эти вот все книги, которые мы изучаем, они потом исчезают? Или они потом... Да. Удобная смерть. Смотрите, новое выражение — притвориться мертвым есть. В общем, мы накупили кучу разных классных выражений, и их сейчас нужно будет просто, ну, якобы прочесть. Так. Еда, книги. Карта Гаргулья. Возражение. Это мы уже изучали. Учебник извращенца. Вульгарный толчок у нас появился. С ума сойти, сколько у нас... новых выражений. Так, книги. Твоя цель — свадьба. Психология Альбионца. Ближе, дорогуша. Ага. Ну все, выучили мы кучу разных выражений. 280 золотых мы уже получаем за сутки.
наши доходы увеличиваются, и это очень хорошо. Есть плоды результатов скупленной недвижимости. Поэтому это хорошо. Ну что ж, еще мы нашли аметист, да, там камушек был в воде. Так, понимаете, да? Ух ты, опять у нас эти... Ух ты, тут уже серьезные это враги пошли. Есть. Наша собака более стала прокачанная, и она уже может быть... сама нам помогать в битве с такими сильными противниками, как оборотни. Хотел здесь посмотреть, что-то еще отыскать, но вроде бы ничего. Ничего такого тут не произошло. Ну, как вы понимаете, да, вода поднялась, и нужно будет искать там, где поднялась вода. Просто все окрестности нужно пробежать этой малюсенькой деревеньке, чтобы... ну, как бы хорошо понимать. Так, здесь никакого изменения не произошло. Сейчас еще побежим в одно из мест, и там мы постараемся хорошенько все это обследовать. Так, вот еще у нас, смотрите. 300 золотых. Ну и вот оно, загадочное то здание. Вон там вот еще у нас сундук. Сейчас мы его откроем. Так, кожа до кости. Я не пойму, для чего этот эликсир нужен. Наверное, чтобы похудеть. Так, ну и песик нашел место для рытья. Ну давай, веди. Где-то здесь? Да. Сильный эликсир ловкости. Отлично. Сейчас мы его выпьем. Здорово. Смотрите, да, сколько сразу же прибавилось нам бонусов к опыту ловкости. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Еще он нашел. Рано я спрыгнул. Давай же, выкарабкивайся отсюда. Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем искать место для рытья. Где-то ты тут находил же, да? Так, отлично, эликсир силы оборотня. Но это, к сожалению, разовый эликсир. Но мы его как-нибудь испробуем. Я думаю, что когда мы побываем на бойне, там нам понадобятся все эти эликсиры, которые у нас будут в наличии. Все пригодится. Так, еще. 100. Мистический сок. Интересно, почему он мистический? Потому что от него, наверное, плохо становится, да? Блин, ну вот, честно говоря, с этой башней
Так получается, и не зайдешь теперь. То есть у нас появилась печать, чтобы зайти вот сюда, да? Но теперь у нас полным-полно воды. Соответственно, теперь нужно сделать так, чтобы вода ушла. А вот как? Я не помню. Будем вспоминать. Сейчас пробежимся еще туда для общего развития. Вспомним. Наверх, на гору. Ух ты, ух ты, ничего себе. Вот это он нам накостылял. Отлично. Итак, собака у нас теперь будет искать еще больше кладов, даже в тех местах, которые мы побывали, потому что она теперь имеет четвертый уровень, и, соответственно, вы понимаете, да, что все эти найденные клады, посмотрите, какие классные. То есть, ну, такие уже более-менее самые лучшие мы находим зарытые клады, то есть самые последние. Поэтому четвертый уровень, по-моему, это самая максимальная прокачка нашего пса. Пятого нет, если я не ошибаюсь. Ну, там видно будет. Будет пятый, будет еще лучше. Скромное кольцо. Так, спрыгнем сейчас сюда. Что-то тут еще есть. Краска для волос каштан. Как красиво, да? Солнце сквозь тучи. Прекрасно. Ну, я не знаю, нужно ли нам обратно возвращаться в пещеру, или даже нам сейчас, может быть, не впустят в эту пещеру, да? Эту дверь сейчас открыть нельзя, да? Возвращаемся обратно и... Сейчас нужно вспомнить, куда вообще нас ведет эта золотая дорожка, вот эта вот, которая, да, показывает нам путь. Может быть, ведет нас к основному заданию, ну, главному. Просто я сейчас не буду приступать к главному заданию. Я считаю, что пока я не дойду, не прокачаю героя по максимуму, не допройду все побочные квесты, которые здесь просто потрясающе. Вот, смотрите, еще у нас здесь есть подводный предмет. Антишрам, эликсир. То есть мы его выпьем, и все наши шрамы уйдут. Ну, может быть, не все, но какое-то количество уйдет. Кстати, вот на этом сучковом острове бы еще бы недвижимость всю поскупать. Было бы замечательно. Тридцать тысяч нет. Это нам не по карману. Но мы живем в богатом обществе. Оба-на. Оба-на. Так. Посмотрим, что у нас здесь с обзором собственности. Смотрите, 13 тысяч. А, 270. А, не хватает нам чуть-чуть. Подождите, или хватает? Или не хватает? Базовая стоимость. Окончательная цена. Не хватает. Надеюсь, нам тебя радует спокойствие на наших улицах. Денежек 70 тысяч, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то она нами недовольна как-то, да? Вы видели, да, у нее там какой-то негативчик пошел. А здесь 50 тысяч. Может быть, то, что она смотрит, что мы хотим выкупить ее недвижимость, ее дом, из-за этого такой негатив. Хотя не должно быть этого. Ну, конечно, у нас дорого. Ведь и город богатеет не по дням, а по часам. Ну, резчик по камню. Давай. Так, купить предметы. Продать предметы.
У нас куча модификаторов, которые я продавать не хочу. Ух ты, смотрите, у нее продается оружие. Только обалдеть. 4 модификации. Столько с модификациями. Но оно очень имеет слабый урон. Может быть, я чего-то недопонимаю. Ох, вот это да! Вот он, мушкетон мастера. Я буду копить деньги на него. Да, ребята, мушкетон мастера — это самый лучший урон, который я здесь видел. Смотрите, 136 урон. Хотя вот здесь колесцовое ружье мастера, но урон намного меньше. Но стоит гораздо дороже. Просто по красоте. Не знаю, в чем дело. Ну, она реально дешевле. И здесь непонятно, почему такие цены. А вот, да, катана мастера. Топор мастера 99. Ничего себе. И тесак мастера. Ну что ж, я так понимаю, что здесь самое крутое оружие, которые есть в игре, но не хватает у нас золотых, слишком здесь все дорого. Обязательно купим под конец игры, забежим сюда. Я надеюсь, что этот остров будет доступен после выполнения всех квестов. Я на память сейчас не помню, но должно быть так. Это же львиное сердце. Как дела? Львиное сердце. Ну, конечно, это же львиное сердце. Так, а теперь куда? Глушвельский рынок. Давайте возвратимся в Глушвельский рынок и вспомним там, какие у нас другие задания нас ждут. Да. Возвратились мы. Посмотрите, да, еще у нас... Это что у нас такое? А, кстати, да, мы сейчас кое-куда зайдем в сокровище Гаргульи, так как мы уже отыскали 20 Гаргульи. Гаргулин. Я даже не знаю. Постоянно смущаюсь, когда я произношу слово Гаргульи, потому что, ну, склонение Гаргуля, Гаргульи. Это, конечно, проблематично. Ну, да ладно. Итак, у нас должен быть открыт еще. Должна быть еще открыта еще одна комната. Да, вот она. Сейчас мы откроем сундук. Что у нас на этот раз? Эликсир жизни. Отлично. Ну и, конечно же, нажимаем на светящийся квадрат. И вот получается, мы почти половину дороги уже открыли. Ладно, возвратимся. Сейчас побродим по Глушвельскому рынку и посмотрим, что там можно скупить еще из недвижимости, потому что там огромное количество было недвижимости, которые не скуплены, и всякие там дома. Это нам будет приносить все равно доход хороший. Сейчас будет, нужно будет найти место,
расцветает, да, видите? Или светает, правильно говорить. Ох, тут кто-то спит. Чуть на него не наступили. Хочется пойти к тому мастеру, который дал нам этот вот магический шар. А, купить проклятый предмет, хорошо. Я пока не смог достать идеальный проводник абсолютного предвидения, как я люблю его называть. Но мне привезли еще одну забавную вещь, проклятую, как и первая. Ты же не сможешь отказаться от столь заманчивого предложения. Готовьтесь. Да нет, конечно. Открывай. Давайте купим. Проклятый череп. Ух ты. Ты не пожалеешь, надеюсь. Но все же помни, что можешь потратить золото и на другие, менее необычные товары. Ну что ж, я так понимаю, что с помощью этого проклятого черепа у нас ты тоже будет какое-то изумишься и потратишь задание. Деньги. Так, собачье зелье ищейка, это что такое? Для чего? Ты сильно сглупишь, если не купишь это. Девять тысяч золотых, это что-то слишком дорого. Попозже. Так, одежда. Ну, одежда здесь ничего такого интересного нету. Да, хорошо бы купить летающую метлу. Ну ладно, там лавки должны открыться. Так, 25 тысяч. Не хватает. Где-то здесь были такие уже нормальные. Да, 9 тысяч золотых. Итак, мы покупаем шелковую луну. Купим и сдадим в найм. Когда кто-нибудь поселится в доме, каждые 5 минут ты будешь получать прибыль от своей собственности. Это значит, что ты будешь богатеть, даже не играя в Fable. То есть вы понимаете, да? Дни часовые идут, и, соответственно, мы все равно будем... Внутриигровые деньги, они будут идти все равно. Соответственно, если не будем играть двое, там, трое суток, золото только прибавится. Это очень круто сделано. Поэтому есть такие мошенники, которые, ну, как читеры их так называют, да, когда там они выставляют дату приставки вперед, и, соответственно, у тебя получается больше золотых. Для тех, кто, ну, не знал этого, можете это проделать, это работает на всех приставках. Продажа, так, продажа, выселить жильца, войти, договориться об аренде. Ну, 25%, я думаю, что будет нормально. 121 золотая. Мы, получается, будем с него иметь. Ну, зато потратились. Сколько у нас сейчас золотых? 2000 золотых у нас осталось. Мы, кстати, этот дом можем, когда мы его покупаем, да? Мы его можем под себя сделать, то есть любую мебель поставить, если мы там будем жить. Соответственно, мы, конечно же, не будем получать с него доход, но... Любую мебель можно купить. Насколько я знаю, что самая такая, одна из самых хороших мебелей, да, продается вот в этом магазине, прямо, который я смотрел. Ну что ж, ребят, на этом закончим. Серия такая, в принципе, получилась ни о чем. Ну, все равно довольно интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, комментируйте. С вами был Никита, канал NK. Всем пока-пока.